Так, Даже еще было сначала красиво. давайте проедемся до Нагары. Едем мы тут, едем, а дальше что делать? Есть левый зеленка. Дальше я не рекомендую ехать на северо-запад. На восток. Ой, на запад, на запад. Смотрите, на восток, чё? Сейчас, там зеленки есть, там есть горы. Можно занять вот эту высоту, сейчас метку. Установлю. Можно сделать хитро, до Нагары доезжаем и пешочком идем под зеленки. Так, ладно. Пешочком. Вот по этой зеленке, а бетер, бетер, по зеленому маршруту, вот этому через Шамали, по пустыне, там катается и отстреливает все, что там есть. Слушай, Паш, ты лучше меня командир, давай, ты команды. Да не, я предложу план тебе, ты все. Не, в принципе, план отличный вообще. Вы сами накидали, я просто звуком озвучивал, корректировал все, что есть. Да. Всем привет, а что я сервер не вижу? Так. Всем привет, с вами Солид. Внимательно. Так, ладно, сейчас ДВКВ напишу. Город стреляет. Она? Против кого воюем, товарищи? Вижу, БТР катается на 300 долларов. Да, это я. Нормально. Все, выбиваю БТР. Так, враг должен... Нас только не убейте. Тут враг будет рядом, потому что пикап стоит. Говорят, враг вас запекал. Прям позади меня упал. Двигайся, двигайся. На 300... на ноль двигайся. Роксар, ты там сильно не на открытое не выводи людей. У нас с этого направления Ми-24 стоит с полным БК в пулемете. А в низком плане никто не сидит. Ну это пока. Вас полечить? Я более пробежавший, спокойно. Или вам уже не помочь? Рексар более пробежавший. Давайте я вырублю. Ты круя, Рексар, отстали, ты там сильно нервись, у нас два уставших лежат под кустом. Понял, ну ладно. На 300, у, на 300, смотри, перебегает ко мне. Гражданский, ты чё, за камень сел? На 300, к бетеру бежит. Стреляй. Враг, бетер, где? А, на поле, это враг? Убил, ты. У него оружия не было даже. Мы по-прежнему на ноле или стоим? Да. А, вижу, вижу. Можешь кинуть ГПшки туда? А это что, город уже на 300? Да. Ну конечно. Я метку поставил, на нас обновил. 1-1А. Кто так с пулемета убил? Вулк. Мне нужно срочно отойти, я надо стрелять. Что там, двигайтесь. Да, мы пойти как-то занят. Рексар, ты на ноутбуке играешь? Да. Да, понятно. Двигайтесь, двигайтесь, зеленки именно, в сторону города. Мы сближаемся, скоро захочу. Погнали, Рексар, в бой. Попробуй пасту поменять. У меня кулеры просто на максималку работают, а микрофон близко. Все, еще, хана бы. По нам что-то огонь уже начали. Я кину пару ГПшек, или далеко? Что-то далековато. Ладно. Там БТР, БТР минус, БТР минус. Ну как так? Царство небесное. Давай вот первые домики занимаю. Вот по нам, по нам. Тогда надо быстрее сближаться, они уже сейчас на нас отвлекутся. Да, я уже в полный рост бегу. Ну и умри. Посмотрите, бункер спустя, там все там скрывать не страшно. Угу.
Давай 55, вот это прыгай, поехали. Все, вообще весело. Ну повсюду уже ГПшки нужны. Ой, что за калаш? Работает. На зиму от меня 70. Минус. Туз. Я живой, у кого минус, я тоже подход буду скоро. А зачем он прямо в город бежит? Триггер нужно зачистить. Противник от вас на 220 должен. В спине у нас? Что не стреляю? Че тут нифига не 350 метров? Я метку поставил на нас. По карте ориентируйся. Красиво батар горит. Да. Уже первые домики занял. Короче, назад, ты самый говорливый, вы там идете? Мы уже это... назад на базу уже при... А, это верхний город, я думал, это тот. А здесь есть, да, кто-то? Ну, наверное. Это мы уже близко к триггеру подходим в здание. Карой. Попробуемся да. Событий. Дойдем бетер, займем карой. Занимай. Я ж кварок прям. Мать, в полный рост бежит. По полю ненормальный. Вот враг. Нет, не враг. Он... нашей форме, короче. Да упать! Копейка стоит. Да трой. Коричневый дом, второй этаж чист. У нас потерь нет, я так понимаю? Да, есть вроде. Да, да-да-да, извиняюсь, ошибка. Когда ты умрю? Холодок, ты на связи? Да. С твоей стороны где-то в полях противник лежит, его квадратный, поищи его. Он бежал или лежит, бегает в домах, и там же стоит на 24. Удаление, двигаемся дальше в сторону триггера. Да ты сможешь мне к трактору пойти? Ну, давай. Азарт, когда ты умрешь. Я не убей. Бинокль это все очень печально. Ой, я трактор тут вижу. Садись. Ох уж эти анимации, РМ сейчас убьют еще. Тракторе? Я поставил на себя метку, азимат от моей метки 20. Так, короче, вижу в зеленке. Зеленки. Упал. Да, живу. Отлично. Счет на ХПшечку. Че мне 100 лет жить? Как думаешь, добиваться? Пошла. Попробуй постреляй. Кто стреляет? Я. Вот подождем, там свои. Тут много. Ой. Он, ты
двигаюсь к триггеру. Вот и жоп. Да. Я захожу в первое здание, не убейте. Смотришь, как ты три назад.
сих пор не выиграли. Триггер никого не без врагов. Какое здание было? Я отошел, блин, на минуту, а прям взрывали. Молодец. Выбили вообще. Кто тебя выбил? Ну не знаю, как это козел с РПГ. 26 или 18. Ну я в бетере был. Ну нафига ты бы останавливался около города? Ну надо было сразу пойти. Причем до этого стоял минуту две, никто меня не трогал. Не надо врать, ты пострелял, к тебе прибежали. Я пострелял, там поставил минуту две, еще стоял, крутился себе. Конец, конец, победа, победа. Ага, армия таки стала, да-да. Победили? Да, и одного.